Кавалеры в элегантных костюмах и дамы в вечерних платьях различных фасонов. К подготовке к балу ректора студенты ГГТУ подошли со всей ответственностью. И это касается не только внешнего вида. Чтобы соответствовать духу эпохи, юноши и девушки 21 века разучили бальные танцы, которые были в моде во времена пушкинских героев. Студенческий бал ректора – это особое мероприятие, которое позволяет нам окунуться в эпоху ампира, в эпоху Александра, в эпоху пушкинских балов, почувствовать это настроение, почувствовать эту романтику и, самое главное, впитать тот дух эпохи, изучить его, проникнуться им. Не только мазурку, но и кадриль, минуэт, краковяк, ну и, конечно, вальс исполняли на балу, который в этом году проходил в форме интермедии по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». На балу были представлены и отдельные творческие номера студентов вуза. ГГТУ убеждены, проведение новогоднего бала станет традицией университета. А когда молодые педагоги, получив дипломы, пойдут работать в образовательные учреждения, они, испробовав на себе подобную форму проведения новогоднего вечера, смогут применить полученный опыт в своей педагогической практике.